Внимание всем! 17 марта в Чувашии прошла плановая проверка региональной системы оповещения населения. Был слышен звук сирены, включались громкоговорители. Тревога учебная, уточнили в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Чувашии. На этой неделе в столице республики проходят антитеррористические учения с использованием вооружения и боевой спецтехники. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Правоохранительные органы и специальные службы особое внимание уделяют отработке слаженности и оперативности действий при реагировании на угрозы террористического характера. При этом синхронизируются действия не только оперативников, но и населения. От того, насколько четко и быстро они выполнят их требования, может зависеть исход всей операции. При проведении этих учений оперативный штаб обращается к населению с просьбой сохранять спокойствие и не препятствовать деятельности правоохранительных служб.